Это вообще пиздец. Блять, я просто нахуй. Я в таком, блядь, тильте был. Я, конечно, ну, то есть я никогда не задумывался, какие девочки туда идут. Но эта хуйня, это просто пиздец, блядь. Это просто пиздец. Он просто нахуярил ей, блядь. Ебать. Я это дерьмо смотрел, блядь. Ну, именно в повторах, блядь. Мне так, сука, блядь, стыдно было. Это пизда. Блядь, как будто я там просто был. Меня просто одно вот... Меня просто одно всегда убивало. Я вот, типа, знаете... Знаете, вот я типа, я не буду мусолить эту ситуацию, но меня всегда одно убивало. Вот, блядь, вот... Вот есть миллион таких случаев. Хорошо, не берем Мелстроя там. Не знаю, что у него было в голове. Не берем эту девочку. Не смотрел, что было до этого. Берем людей, которые там находятся. Там еще 20 или 30 человек. Почему никто это не предотвратил? Ну почему, блядь? Че, люди стоят вот так и просто смотрят? Я просто не понимаю. Просто не понимаю, блядь. Ну, блядь, такое же происходит постоянно. Какая-то такая хуйня происходит. И люди просто смотрят, блядь. Я не понимаю. Я, блядь, уверен, сейчас и Мел сейчас, блядь, по-любому у него нахуй в голове там. Он думает, ебать, что я наделал нахуй. И да, по факту это хуйня полная. Ну, типа, блядь. Фу, блядь, зачем я начал на это говорить? Я, блядь, я нахуй говорил себе, чтобы я вообще за это не говорил, блядь. Не знаю, так горит с этой всей этой хуйни, это просто пиздец. Просто это все просто снимается, просто стрим, просто, блядь. Не знаю, это просто пизда, блядь. Я не шарю за Рофу, что такое импульс. Это вчера что-то было, да, что-то кто-то сказал. Я видел отрывок только там, где он ей сказал, что... Скажи мне, где я... Гадай мне клип, что я что-то говорил. И все, и просто, типа... Ну, в репортаж, короче, на NTV или где там, блядь, это репортаж, на. Что с Ариной? Все хорошо с Ариной, я не... Рейта строго был? Строго, спасибо тебе большое. Бля, и знаете, и другая сторона медали, блядь. И другая сторона медали. Вот, блядь, мне так, сука, с этого горит. Почему? Почему все так повернуто на деньгах, блядь? Вот эта ебаная переписка. Она говорит, блядь, она говорит у себя в Инстаграме, что я подала в полицию, я подала то. Сука, ты запросила 1 000 000 рублей, и ты готова отъебаться. Ну, блядь, ну, камон, ну, ты если хочешь уже что-то сделать, либо тогда, нахуй, вообще ничего не говори и просто жди, блядь, когда тебе заплатят, нахуй. Нахуя вот это, блядь, тоже меня так, сука, это вымораживает, блядь. Я не знаю, что, ну, вот как туда набирают девчонок, я не знаю. Я вот просто на секунду представил, эту хуйню, потому что мне Рома говорил, что туда звали Юечку. Я представляю, туда позвали бы Юечку, и там была бы какая-то такая хуйня, блядь, ну, просто пиздец. Так я там баб не знаю, мне вообще похуй, ну, типа. Но я говорю, что, блядь, ну, типа, я видел, что ей предложили 100 000, а она попросила 1 000 000, чтобы забить хуй, да?